Hi guys, здравия всем, с вами Влад Мадец. Решил снять немножечко необычное видео. В канун Нового года решили всей семьей налепить пельмени, так сказать, соблюдаем славянские традиции, и поесть их перед Новым годом. А перед началом видео не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. Итак, поехали. Ну так как скалки для того, чтобы накатать тесто для пельменей у нас нет, мы решили использовать вот эту вот детскую биту. Так сказать, лайфхак. Пользуйтесь на здоровье. Погнали. Ну что, для начала воспользовались старым бабушкиным рецептом и намесили тесто. А теперь приступаем к тому, чтобы его катать и делать непосредственно сами пельмени. Так, ребят, решил показать вам, как делать пельмени по старому бабушкиному рецепту. Смотрите, берем тесто. Начинаем его раскатывать. Остальное почти не имеет значения. Все, что есть и будет, все вам отдам. Все, на что хватит сил. Когда мы раскатали достаточно теста, чтобы оно было не сильно толстым и не сильно тоненьким, чтобы не рвалось, берем стакан или бокал, что у вас есть, и делаем вот такие вот кружки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И вот тут у нас вот семь. И восемь. Остатки теста, вот эти вот ненужные, берем, убираем. И у нас остаются вот такие вот кругляшки. Ну да, можем положить вот сюда, тут мой коллега подсказывает по цеху. Теперь мы берем чайную ложечку. И ложим сюда вовнутрь фарш, который мы приготовили заранее по бабушкиному рецепту. Так вот, мы ложим его. И, ребят, повторяюсь, находимся мы сейчас в Нью-Йорке, на Манхэттене. Но так как мы славянская семья, мы решили приготовить на предновогодние и рождественские праздники по католическому Рождеству тут славянское блюдо – пельмени. Пельмени по-одесски в Нью-Йорке. Будут рождественские пельмени. Тут мой второй коллега в красивом костюме подсказывает. Так, смотрите, теперь, когда мы положили сюда фарш, скалочку нашу убираем в сторону, берем, значит, сам пельмень и делаем вот такую вот форму, как у вареничков. Как у вареничков делаем форму, чтобы фарш не вылезал. Делаем вот так вот его. Чисто вареничек, да, получился у нас. И потом вот так вот закругляем хвостик. И получается у нас вот такой вот пельмень. И вот они, пельмени по-нью-йоркски, по старому одесскому бабушкиному рецепту. Ну что, гайс, теперь варим пельмени по-одесски, по-нью-йоркски. Поехали! Ну что, давайте снимем пробу. Как говорится, с пылу жару. Самый большой берем. Да, возьмем самый большой. Почти готово. Пельмени по-нью-йоркски, по-одесски удалить. Для заказов пишите в комментарии. Ну что, гайс,
А с вами, как всегда, был Влад Мадис. Если это видео вам понравилось, то ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментариях. Если хотите, то в следующем видео я покажу вам, как готовятся вареники по-нью-йоркски, по-одесски. А самое главное, помните, я подружу вас с Нью-Йорком. Всем пока!